В музее Филицина состоялось открытие выставки «Свои герои», посвященной современным героям России, участникам специальной военной операции. В мероприятии принял участие министр культуры, представители Росгвардии, МЧС, воспитанники юноармейцы. От Екатеринодарской епархии принял участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Александр Игнатов. Я хочу искренне поблагодарить и поклониться нашим воинам за их труд, за их самоотверженность, за их героический подвиг, который они сейчас несут на полях сражения, рискуя собственной жизнью, своим здоровьем. Многие приходят без рук, без ног, и забота о них – это ответственность каждого из нас. Именно объединив все вместе, фронт, реальный фронт, ребят и защитников Отечества, которые сегодня, не щадя живота своего, сражаются за то, чтобы здесь, в тылу, все было хорошо и в семьях, и в культуре, и в духовной традиции, чтобы не произошел излом, будем за них молиться. Я своих прихожан обязательно призываю, чтобы обязательно молились за тех, кто каждый день защищает нашу Родину. Будем пользоваться возможностью объединять все лучшие культурные традиции, чтобы не проиграть на культурном фронте внутри страны. И, конечно, давайте объединимся вокруг нашей святой единой веры, которая поможет нам преодолеть все наши невзгоды и испытания. И пусть слова Серафима Вырицкого будут для всех нас благословением. Он как-то однажды очень хорошо сказал, причем сказал даже стихами. «Утихнут грозные невзгоды. Своих врагов Россия победит. И имя русского великого народа, как гром по всей вселенной, прогремит». Я желаю всем вам и нашим юным жителям Великой Руси дожить до этих дней, когда имя великого русского народа будет славно по всей нашей земле. Была организована небольшая экскурсия. На выставке представлены подлинные предметы, связанные со значимыми событиями хода специальной военной операции. Фотографии, шевроны, полевые медицинские сумки, сухой паёк, окопные свечи, молитвословы и многое другое. В выставочном зале работала интерактивная зона, где каждый желающий мог поучиться плести маскировочные сети. Как важно сегодня не просто делать такие выставки, а привлекать к ним внимание современной молодежи, которая пользуется совершенно другой информацией, далекой от традиций своих патриотических настроений. Как важно, чтобы таких выставок было больше, чтобы дети воспитывались на любви к родине и ценили подвиг тех, кто отдает свою жизнь, защищая наше мирное небо.